подковы вместо пуантов. Сегодня в Сокольниках зрители смогли увидеть уникальный конный балет «Черный лебедь». Там на международной выставке «Эквиркос» свою грацию и выправку показали лучшие скакуны Подмосковья. Наш корреспондент Екатерина Захарова убедилась стать балериной, может, даже лошадь. Мы сейчас находимся в Сокольниках. Здесь открылась крупнейшая международная конная выставка. Но интересна она не только профессионалам этой отрасли, но и простым людям. Здесь все выходные будет идти развлекательная программа. И прямо сейчас на сцене уникальный конный балет «Черный лебедь». Только вдумайтесь в сочетание лошадей и балерин. И у нас есть возможность прямо сейчас посмотреть, что это такое. В этой балетной труппе всего три артиста, но они взрывают публику. Наездница, артистка кремлевского балета и, собственно, конь по кличке Репортаж. В своем шоу они соединяют сложные элементы верховой езды и балета «Лебединое озеро». Это «Черный лебедь» по мотивам фильма «Черный лебедь» и балета «Лебединое озеро». Элементы и музыка, вот все как бы взято оттуда, но более-менее в современном образе. Балет на сцене сменяет джигитовка, причем артисты обещают научить акробатическим трюкам всех желающих. Кроме того, вплоть до окончания выставки 19 октября здесь будет ежедневно проходить конный парад, шоу по экстремальному драйвингу, а в субботу самых маленьких посетителей ждет развлекательная программа с участием пони. В общем, не выставка, а сплошное умиление, и продлится она до 19 октября. Каждый день здесь можно увидеть конный парад, мастер-классы по выездке, а в субботу будет специальное пони-шоу для детей. Приходите в Сокольники. Екатерина Захарова, Артем Павлов, Новости 360.